Кладбище Хайгет, Лондон. Лэнгли, Виргиния, штаб-квартира ЦРУ. Вижу. Это совсем не ребенок. Ее зовут Хелен Мэддиган. Ах, черт. Она разоблачила аферу с желтым тортом в Нигере. В Нигере, идиот. Хелен Мэддиган — это питбуль. Репортер от Бога. Могут быть проблемы. Буду на связи. Потом младший партнер, Дерек Беттис, которого вы усыновили. Думаю, здесь был личный мотив. Скажите, а какова была суть иска Майтона? О незаконном увольнении против компании Verivere Corporation. Они производят эти ужасные игры со стрельбой для детей. Майтон написал код, закончил работу. Контракт не возобновили. Написал код? Речь не идет о системах наведения, Хелен. Это всего лишь игрушки. Я опущу ваше имя во всех своих материалах. Ого, обещание с Фрид-стрит. Моей пенсии ничто не грозит. Оливер Майтон, выпуск 99-го года. Массачусетский технологический. Черт. Обожаю этого парня. Факт, Барри. Он мертв. У него потрясающая специальность. Он защитил диплом по двоичному кодированию с самоуничтожающейся программой призраком. Программа призрак? Так и называется. Невидимая программа, спрятанная в другой программе. Делает свое дело, потом самоуничтожается. Не оставляет следов. Это не та штука, что ты применил в детской игре? Забавный малый. Да. Да, продолжай. Мне не следует этого делать. Барри, ты отвечаешь за связь. Это ведь прошло через тебя? Это незаконно. Джексон дал добро. В честь разведчика. Ладно, кое-что было. Африканский театр 5 месяцев назад. Целью было... Стой. Только приказано на ликвидацию. Это я тебе и даю, Нилон. Ликвидация. Ни в Лондоне, ни в остальной Европе таких ликвидаций не было. Единственная за последний год была санкционирована в Конго. Кто бы не желал ее смерти, это не ЦРУ. По крайней мере, официально. Барри, спокойно. Ты молодец. Ты правильно все проверил. Не казни себя. Я попросил Нилана заняться. Понимаете? Не переживай, да. Все хорошо. Отлично. Это Джексон. У нас проблема. Нилан беспредельничает.